Наша сегодняшняя тема – замена металла на весь век моего и вашего существования. И не говорите, что такое невозможно. Если бы не было баранов на дорогах, все бы ездили на пластмассовых автомобилях. Опять не верите? А зря. Так вот, первый пластиковый автомобиль появился на свет в 1942 году. Выпустил его мой любимый Ford. Конечно, рано или поздно пластик поменяет все, и вы даже не поймете, и возможно, и может дорастем, когда жизнь, данная нам Богом, будет расширена. Я верю в Господа Бога нашего Единородного. Он дает нам знания. Так давайте их включать в нашу жизнь. А почему мы здесь находимся? Да, сейчас объясню. Дело в том, что компания «Водомер» также арендует склады. Не склады, в смысле, а торговые точки. Это торговая точка где у нас? Стройдвор. Торговая точка под названием 102 и 107. Ну, почему нет? Потому что некоторые люди не понимают, что можно прийти в «Водомер» и там все взять. Ну да ладно. То есть можно и здесь взять по такой же цене, потому что «Водомер» прекрасно понимает, о чем идет речь, и никогда с вас деньги брать никакие-то и не будет. Потому что это правило. Естественно, здесь немного и немного. Вот слева посмотрите там. Да-да-да, я просто представляю цену аренды. Там неплохая цена аренды, да? То есть там очень много. Здесь не сильно много, но красиво и ровно. То есть «Водомер» не собирается у вас деньги дергать именно за аренду, потому что это не надо. Но с другой стороны, почему «Водомер» очень долго работает? Потому что они работают на перспективу. Не сегодня, не сейчас. Сдрыснул, уехал. Не-не-не-не, они уже 20 лет как работают, понимаете? И если честно, во-первых, мне нравится то, как люди здесь деньги зарабатывают. Потому что здесь люди деньги зарабатывают. Не просто получают. Во-вторых, мне здесь очень нравится, как они общаются с клиентами, да? То есть клиент, когда сюда пришел, он 100% уйдет с нужным товаром. И самое главное, почему вы сюда пришли? Вот это Heinz Craft. Да-да-да-да-да-да. Не знаете, что такое труба? Отличная труба. К слову о том, что эта труба... Здесь много разных труб, вопросов нет. То есть «Водомер» также работает на всех поставщиков. Но в данном случае мы будем говорить о трубе, которая хорошо держит температуру. Температуру она держит просто изумительно. То есть у нее график работы 95 и выше. То есть ни у одной трубы столько нету. Почему мы говорим про эту изделие? Потому что вы можете ее использовать для того, чтобы вы реально поменяли свои металлические конструкции. Вы их реально поменяете и поставите вот эту штуку, и она, благодаря составляющей, то, что находится внутри, а внутри находится стекловолокно. То есть стекловолокно не позволяет полипропиленовой трубе растягиваться. И в данном случае вы, в принципе, можете все это дело переделать. И, естественно, жить. Потому что, как бы, смысл нашей жизни в следующем. Давайте все-таки сделаем качество и надолго, чем быстро и не навсегда. И возможно, вы поймете то же самое, что я вам говорю. К сожалению, этого не было. Всего лишь компания «Водомер» стала официальным дилером 2 года назад. Но если бы это было в тот момент, когда я делал свой евроремонт, я бы сказал, все, ребята, харе. Целиком все вырезаем, ставим вот такую трубу. И на 50 лет я просто забываю вообще обо всех делах. Потому что вы же понимаете, о чем идет речь. Если человек работает надолго, то он работает именно на вас, людей. Потому что люди – это ваше здоровье. То, что мы работаем, это только грамотный вариант. Потому что работа идет именно на вас, а не на свой карман. Ну, хотя и на свой карман тоже кое-что получается. Да-да-да-да-да-да. А пока вы смотрите за замечательными смесителями, я вам кое-что еще расскажу про эту замечательную трубу. Да. Чем она хороша? Ну, тем, что нас сегодня свозили. Точнее, нас сегодня показали нам сегодня склады. Да-да-да-да-да. Я думал только вот такие трубы. Нифига подобного. То есть, в принципе, здесь и... Сверху я вам чуть-чуть дальше покажу. Вот, вы можете взять и фитинги той же самой структуры под названием Heinz Craft. Heinz Craft, что это за штука и откуда она вообще, и как она нарисовалась? То есть давайте все-таки определимся
с Россией, естественно. Россия неплохая страна, по сути событий. И то, что делается, делается на уровне Германии и Чехии. А больше вы нигде такую штуку не найдете. Вот такую трубу, понимаете? Потому что это новые, современные и качественные технологии. Технологии, они к чему необходимы? К тому, что вы целиком меняете все на полипропилен, и внутри идет армирование стекловолокном. Вот видите, как оно смотрится? Вот, обратите внимание, да? Клево смотрится, а то. Потому что стекловолокно не дает возможности трубе прогибнуться. Да-да-да-да. Чтобы вы посмотрели, что такое труба и как она прогибается, мы возьмем другой вариант. Вот. И покажем, как она прогибается. То бишь, это обыкновенная труба, которую некоторые ставят на горячее водоснабжение. То есть горячее водоснабжение, что это такое? Это температура теплоносителя внутри этой штучки, она примерно там от 70 и выше градусов. То есть вот эта стандартная труба, она расположена для того, чтобы работать по холодной воде. То есть, а представляете, эта труба начинает греться. Что получается? То есть она начинает разминаться. Она так разминается. То есть она вот такая становится, да? Клево. А дальше что получается? Ну вот. То есть сил-то в принципе хватает. Да, иди сюда. Нет, я тебя сейчас... Вот так я сейчас сделаю. Вот так. То есть одна рука. Вот представляете? Вот это возможно. Хотя, в принципе, труба, которую я смотрю, она такая же, прикольная. То есть сломать вряд ли получится. Это к слову о том, что пластиковые трубы, они в чем хороши? Ведь, представляете, вот даже так. В принципе... Если бы я сейчас взял бы двухметровую, такого же диаметра трубу из металла, я бы ее мог бы согнуть. Но возникает вопрос, из какого металла эта труба? Если качественный металл, то она, конечно, будет гнуться. А если там чуть-чуть некачественный, чуть-чуть не добавили и не передержали, и в этом металле побольше стало углерода, ну, практически чугун, он просто ломается, и все. А это не ломается ни хрена. Вот так-то. Ну, это также не ломается, я просто не стану показывать, но это так оно и было. То есть, но процедура нагрузки, как бы сказать, вот если я беру так вот и изгибаю, и такая же труба немного другого диаметра, то она изгибается проще, понимаете, в чем дело? Легче она гнется. То бишь... Если мы выбираем трубу с температурой 95 градусов, плюсом она армированная, как мы показывали здесь, то есть она не будет так гнуться, понимаете? Не будет гнуться, и все. И вы спокойненько ее ставите. И невзирая на теплоноситель, который может иногда доходить до 110 градусов, она его легко выдержит. А такая начнет гнуться. Только вот кому это нужно? Давайте определимся с ценой вопроса. В результате эта труба несколько дороже, чем стандартная труба, да? Ну, естественно, потому что современные технологии и все остальное. Причем современные технологии откуда берутся? Мы говорим про то, что компания «Водомер», она является единственным представителем «Хейнскрафт» в Челябинской области, это делает. То бишь, когда мы ставим такую штуку, мы просто забываем про все остальное. Если это грамотный вариант. И все. И на 50 лет мы про все это дело забыли. А за 50 лет давайте соберем тот самый экстра кэш, который вам предложен будет. И окажется, что за 50 лет это будет 0,1 переплата. То есть вы покупаете то, что будет работать очень-очень долго. Потому что вы работаете с компанией «Водомер». А компания «Водомерка», я вам еще раз говорю, никогда не работает на вас. Нет, она работает на перспективу. А в перспективе это ваше благосостояние. Потому что если мы сейчас сделаем таким макаром, что при
реконструкции здания мы будем платить в одну контору, что мне бы хотелось это сделать. То есть водомер берет здание, которое уже подустало, меняет там все трубы, ремонтирует, крыши делает. Это же красиво. Так не надо бегать. Меня реально достали типа дебилы, которые хотят, чтобы товарищи подешевле все это сделали. Ребят, может быть, это будет чуть-чуть подешевле. Я еще раз говорю, вы сволочи. Вы именно сволочи. Потому что не надо хавать, не надо бабки на себя колбасить. Ребят, вы пришли, как вам Господь сказал, в которому я верю, естественно. Пришли вы в эту жизнь. Каким образом? Голышом. Таким же голышом и уйдете. Хватит воровать. Хватит, господа мои. Давайте работать на людей. А о конторе, которая реально работает на людей, я уже говорить не буду переставать, потому что водомер работает именно на людей, а не на свой карман. Клево, да? Клево. Хейнскрафт. Извините, но мне приходится вставать на стульчик для того, чтобы я вам это дело продемонстрировал. Да. Вот. Вообще, как бы, когда мы говорим о стекло, как бы в данном случае стеклоткань присутствует, но это и трубы из полипропилена. То есть трубы из полипропилена, их можно делать самому. Для этого необходимо взять вот такую штуку. Да, вы это можете взять. И, в принципе, можно сделать все самому, потому что разницы особой нету. Для того, чтобы вы хорошо работали с продукцией под названием Hainscraft, тут есть маленький нюанс. Маленький и грамотный нюанс. То есть температура плавления этой трубы – это 260 градусов. Вот здесь можете взять такую трубу. Я не говорю про меньшую сумму. Необходимо ее плавить под такой температурой – 260 градусов. Можете и такую штуку взять, поставив 260 градусов. Только внимательно это дело смотрите. С другой стороны, вы можете купить и оригинальный материал, если вы будете дальше работать. Клево? Да-да-да-да-да. И вы все это делаете, и у вас получается идеальный вариант. К слову о том, что Hainscraft, как Quality Details, вот, вот сверху, обратите внимание, все, что нужно. Это пока не сильно круто, потому что можно и покруче. То бишь, когда мы говорим о количестве воды для отопления, то есть в Ленинском районе, еще старой планировки, там было 75 труба. Есть такая труба, поверьте мне. Но здесь таких труб нету, но есть, я же на складе был. Вот, то есть, в принципе, вы можете, если мы обращаемся в компанию «Водомер», мы целиком, вот идет вода и водопровод, в данном случае мы говорим про горячую воду, то есть мы целиком из колодца делаем вырезку красивую, да, ставим нормальную трубу, хейнскрафтовскую, вот, и она идет в ваш большой красивый дом. Дальше чуть проще. Ну, она разводится, никаких проблем нету. Все, что нужно, обратить внимание, здесь есть. Как варим 260 градусов и получаем дивный результат. И самое главное, что мне здесь пришлось, и я попросил, говорю, дайте, пожалуйста, ножик. Почему? То есть вы думаете, что я фраер ушастый? Да ничего подобного. Давайте проверим. Сейчас я так подточим ее. Берем. Вот вы думаете, что там все сложно и некрасиво. Сейчас покажем, что это такое. Вот оно, уже видно мне. Все. А вот теперь оно будет видно и вам. Вот видите эта штучка? Вот это именно штучка. Не просто здесь шняга какая-нибудь. Нет, это грамотная штучка. Стеклоткань. То есть вы должны понимать, что полипропилен, в него включена стеклотканная штучка. И именно стекло, ткань, она не позволяет ему раскручиваться и увеличиваться в диаметре, понимаете? И именно поэтому, что все это дело армировано, вы берете тот вариант, который реально будет служить очень долго. Очень долго. 50 лет. Ребята, вы столько проживете? Ну, даже если это ваш дом. Ну, дом обыкновенно люди строят где-то ближе от 40 лет и выше. Ну, если только с деньгами все в порядке.
С другой стороны, вот у меня ребята купили свой дом, правда, в ипотеку, но им уже 47 лет. Ну, представляете, да? То есть, вот это все ставите в свой качественный дом, и вам еще и внуки скажут спасибо. Представляете? Да-да-да-да-да-да-да, это есть возможность. Есть возможность и есть место, где вы можете это дело купить. Это дело продается здесь, в стройдворе, два павильона, 107 и 102. Или ехать в водомер, потому что водомер представляет вот эту замечательную штуку, которую вам необходимо купить. Уж поверьте мне, это делать нужно. И даже невзирая на то, что это стоит чуть-чуть дороже, рассчитав и надолго, а что бы не жить-то так? А теперь я пошел опять вниз. Вот такие трубы Хейнскрафт, то, что надо. Просто поставили и забыли. Кто-то может сделать сам, кто-то, используя специалистов от водомера, установит их в свой дом. К слову, чем специалисты хороши? 20 лет работы – это не фунт изюма. Поставили и забыли. То есть, поставив трубы Хейнскрафт, не только вы, но и ваши дети и внуки скажут благодарность тем, кто это сделал. Конечно, не все стоит на месте. Я бы знал, я бы поставил. Но время не терпит. Это новинка в Челябинской области, и это работа дилера. В смысле того, кто ставит. А это и есть магнитогорская компания «Водомер».